Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! В этом видео я привожу подготовленный мною анализ серии сериала «Доверенное», которую зрители ждали с большим волнением и любопытством. Не забудьте подписаться на наш канал, включить уведомления и поделиться нашим видео. Прежде чем переходить к нашему видео, мне нравится видеть, когда Яман видит Сэхер в отделении интенсивной терапии, он выходит: это все моя вина из-за меня. Я взял его на эту лодку. Чонгер не был твоим, это был просто несчастный случай. Яман, я поставил этот мир на колени. Не волнуйтесь, он проснется и будет сражаться за вас за маленького хозяина. Али комиссар находится за тенью. Его товарищ по команде говорит, что это только вопрос времени, когда они поймают его как можно скорее. Внимание, Али привлекает призрачный друг. Он идет за ним. Скажи мне, где это, говорит он. Он не говорит, что его имя Тень, где вы не можете догадаться. Ребенок Али уходит со стороны комиссара. Позже Волкан бьет мальчика по голове из-за спины комиссара. Мальчик теряет сознание. Волкан уводит мальчика в другое место. Он кладет его в свою машину. Дуйгу ждет звонка Волкана. Дуйгу спрашивает Кару, потому что ему любопытно, чтобы узнать, позвонила ли Эли шерифу. Яман снова входит в Сэхер. Он держит ее за руку. Я пришел сюда призвать к ответу, Сэхер Киримли. Я так же зол на тебя, как и на себя. Отныне будет так, как я скажу. Не выходя из дома. С этого момента я разрешаю тебе выходить в сад. Упрямая Сэхер Киримли. Теперь я даже спрячу тебя от своего взгляда. Пока ты проснешься, все будет по-другому. Яман уходит. Я знаю, что Чонгер меня слышит. Потому что я тоже слышал о нем. Чонгер говорит, никогда не переставай с ним разговаривать. Яман говорит, что я никогда не сдамся. Волкан привязал похищенного мальчика к стулу и говорит, что вы отведете тень в безопасное место. Мальчик ищет тень. Он говорит, что я возьму тебя в более безопасном месте. Он говорит, что я останусь там с тобой. Жители особняка услышали происшествие на кухне и заплакали. Тем временем прибывает Зия. Он говорит, почему ты плачешь, случилось что-то плохое. ГН. Адалет Яман очень хорош, но Сэхер. Прошлой ночью на корабле произошла серьезная авария. Он ударился головой. Он жив. Яман говорит, что сразу отвез его в больницу, но он лежит без сознания. Зия и Сэхер сильны. Моя молитвенная рука будет исцелена. Не плачь, не переживай, будет лучше. А Юсуф говорит, что я не должен видеть тебя таким. Приходит Хосе. Я очень скучаю по своим тете и дяде. Они уже вернулись. Зия говорит, что они не вернулись. Он говорит, чтобы ты немедленно вернулся к своей домашней работе и закончил ее до того, как придут твои тетя и дядя. Али комиссар прибывает в офис. Дуйгу получает долгожданный телефон.